Добрый день, дорогие казахстанцы. Меня зовут Ахтамак, я с города Актюбе. Сегодня четверг. Четверг, 26 сентября 2019 год. Завтра пятница. Я живу в районе мечети, такой красивой мечети. Я сейчас вам покажу. Все актюбинцы знают эту мечеть, потому что каждую пятницу приезжает много-много людей на своих машинах в эту мечеть. Этот район, где я живу. Смотрите, здесь, где я живу, рядом находится большая парковка, стоянка. И здесь вдоль дороги и до мечети, в пятницу, там у мечети тоже есть большая парковка. Собирается много-много машин. То есть люди приезжают в пятницу помолиться. Все это мусульмане нашего города. Значит, у нас мусульман очень много. Почти каждый казах, да, казах, татар, уйгур, я не знаю, все жители города в основном мусульмане. У меня вопрос к мусульманам. Вы сейчас все грамотные, заходите в интернет, смотрите новости, слушаете и смотрите YouTube канал. У меня вопрос. А в Коране написано, что надо поддерживать мусульман друг друга, надо помогать друг другу, любить. Вот Синьцзяне уничтожают мечеть, сажают мусульман концлагеря, пытают там, убивают, насилуют, стерилизуют мужчин, а женщин, девушек заставляют рожать от китайцев. Все это есть на Ютубе, и все это говорят очевидцы. И это знает весь мир. А почему мусульмане молчат? Почему имамы молчат? Я ни разу не слышала и не видела обращений какого-то имамы или какого-то мусульманина с нашего города, с Казахстана, с какого-то страны мусульманской, чтобы выступали с протестом по уничтожению мусульман в Китае. Почему вы, мусульмане, молчите? Вам безразлично? Это вас не касается?